записи мне нравится близкий контакт с цветом, именно в масляной живописи, что с помощью цвета можно очень много выразить то, того, что у тебя где-то в подсознании есть. Потому что графика, она все-таки предполагает какие-то четкие выразительные предметы, ну, в общем, более четкие там силуэты, формы, а живопись, краска, там ей где развернуться. Ну вот живопись, наверное, краска тем, что она и по ощущениям приятная, и послушная, и еще то, что можно очень много из нее делать, и фактуру, и текстуру.